Подловил. В этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Да, привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный ролик, потому что будем скидывать друг друга с крыши. Если пенте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживание. Царь горы, один просто ушел. Нет, меня так не скинуть, я буду очень опытно играть. Сейчас вы мне не скинете. Знаете, что буду надеяться, что они просто сами себя поскидывают. Осторожно. Я умер, прощайте. Так бывает. Останется один самый сильный выживший. Ой, обстоятельства сбили. Так, пацаны там толкаются. Пота, знаешь, кто следующим первым вылетит? Кто? Ты? Да. Фонтан, это ты вылетишь. Не надо меня было убивать, я обиделся. Да. Ничего страшного. Так, осторожно, главное не попадаться. Пацанам они врезаются. Кстати, я не знаю, эта машинка разбивается или нет? Ого! А, жизни тратятся, когда врезаешься. Понял, надо очень осторожно, надо. Сколько еще человек? Раз, два, три, нас трое осталось. Так, проезжаем. Да, нас место вообще не тянет ничего. А если с разгона, то хорошо лупашит. Да. Опа, улетел. Так, остались мы вдвоем. Ну что, давай, иди сюда. Так, это так не работает. Знаете, что надо сделать? Чтобы он сам себя скинул, смотрите. Я думал, он сейчас Димас убьет. Мы сейчас его обманем, смотрите. Готово. А, на задним ходом не может шлифовать. Так. Обмануть. Главное, что обмануть. Давай, едь за мной. Не обязан. Так. А теперь толкаем его. Блин, хочу его, знаете, как-то в бочину толкнуть сильно. Мечтать не вредно. Тут пробьет так резко, тормозит машинка сразу. О, если я буду в тебя врезаться, у тебя будет жизнь не тратиться? Сейчас будем пробовать врезаться в тебя. Вот, блин, а? Уклонился, молодец. Во, подловил. Фонтан, красавчик. Красавчик. Ребята, молодец, фонтан победил. Теперь прощайся с машиной. Ребята, а теперь можете брать любую машину, кроме танка. Какую вы лично хотите сами. 3, 2, 1. Битва началась. Так. Ты взял голимую машину. Кстати, он нифига себе голим, она меня выталкивает. Моя очередь показать мощь. Давай. Ну. Прощай, сынок. Давай. Щви его. Ах ты, зараза, а. Отвали. Не, стрелять не надо, а то я тоже начну стрелять. Твоя машина разлетится на куски полностью. Все, прощай, щенок. Нет, пожалуйста, ну пощади. Ну ты зараза. Зараза. Не, ну так-то честно. Да я как это подловил на инерции, я уже никак бы не мог остановиться. Минус еще один. Кто будет спавнил? Так, ну что, кто выиграет у нас? Бульбазавр выиграет. О, не, буду в эту машину садиться. Что-то напалама-то. Че, Бульбазавр выиграл? Да. Нифига нет, себе. Я еще. А, еще ты остался? А, нет, я сейчас упаду. Нет. Давай, добей его уже, этого щенка. Прощай. Вдвоем. Пацаны, ничья. Прощайте. Я в игру эти галом скину. Ну что, давайте теперь битва только на легковых машинах. Никаких грузовых, только легковые. Я буду полицейских 50-х годов. Ну что, вы готовы с полицейским профессионалом? Давай. 3, 2, 1, 0.
битва началась. А ну, пацаны, вы что, гоните? Я думал, я уже улечу сейчас. Это что же, как бы нечестно сразу скидывать? Эй, отвали! Ты чё меня трогаешь? У нас еще один. Отлично, надо сваливать, надо сваливать. Кто-то умер уже, я вижу. Двое. Это я упал. Я умер. Во-во-во-во-во. Нет, 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 нет. Инерция на этих машинах очень сильная. Ну это прикольно, все по-честному. Продул. Я думал, машина разлетится на куску. Нет, нет. Я один на один с кем-то. Да со мной. Ну что, кто там победил? А, я вижу, еще вот пацаны гоняют. Я рядом с тобой сяду. Посижу, посмотрю, как ты гасаешь. Давай, болею за тебя. Ребята, садитесь к нам. Скорость и против мощности. Давай, 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 я верю в тебя. О, так, давай, вперед, упирайся, газуй. Осторожно, осторожно. Не упади. Я уверен. Она тебе рот убил. Полетел. Меня забыл. Стой, меня. Меня подожди. Давай, давай, давай. О, так, отлично, отлично, молодец. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, 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 давай. Ай-яй-яй, рессоры как просели. Смотрите, прикольно, очень. Тяжело, да? Во-во-во, отлично, отлично. Давай, 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 давай. Ты сможешь, ты сможешь. Прощай. Прощай. Толкаем, толкаем его, помогаем Димасу. Я же застрял. Я, наверное, так положу. Со стороны посмотрю, как ты его будешь скидывать. Ну, давай, давай. Ей! Ой, я тоже упал. Ну что, ребята, последний раунд. Теперь у нас битва на танках. Это будет прям очень сильно сложно, но при этом у всех будет равные возможности. Правильно? Не без, без выстрелов. Чисто сбросить своим умом. Нет. Ща. Да, это он. Ща. Ой, я не в тот танк сел, это чужой танк. Да что такое? А кто меня скинул? Сейчас сяду в мощный танк. Ну что, пацаны, вы готовы? Да. Давайте, давайте разъедемся чуть-чуть, а потом начнем, чтобы не было вот так рядом. Готов. Давайте еще разъедемся чуть-чуть. Я должен выиграть. Вот сейчас я должен победить. Ну что, 3, 2, 1, 0. Битва началась. Толкай этого додика. Нет, они меня, я ж не додик. Ну что, кто-то улетит. Один сейчас уйдет, смотрите, сейчас они найдет. А что вы делаете, если машина перевернулась? Ух ты, назад, 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 назад. Мощь есть в этом танке, она есть. Очень осторожно. Вперед, тормоз. Назад. Еще один ушел. Отлично, это было хорошо. Перепутал, я на танке Второй мировой войны еду на современном. Ой-ой-ой-ой, сейчас что-то будет. Я постою здесь, движок прогрею. Чё ты там стоишь, Димас? А я смотрю, как вы играете, прикольно же. А, ты, может, я не прочитал, что ты будешь делать? Ты очень примитивно мыслишь. Ладно, я тоже постою. Да, просто постою, ну нормально же. Чё, скинули, не? Меня в жопу ударили, но я держусь. Нихер жопу болит. Тихо, тихо, тихо. Надо валить отсюда, пацаны. Я вижу одного. Нет. Надо, бум. Надо. Ты, щенок, уйдешь сейчас. Я перевернул. Второго. О, перевернутый. Давайте его скидывать, пацаны, перевернутого. Ай. Нечестно, бой! Ух ты, у нас тут вообще битва. Тихо, тихо. Краешку руши не подъезжать. Я вижу сначала на краю. Все нормально, все нормально. Что-то еще никто не попадал? Но танк как более лучше управлять, да, наверное? А на них просто они более медленные. Пацаны не успевают падать, да, с крыши? Успевают затормозить. А главное что? Самому не упасть. Ну мощь есть в этих танках, дебелая. Минус один. Упал, упал один, я видел. Красиво. Красавелла, брателла. Хватайте. Пацанчики. Пацаны, давайте договоримся.
Бульбазавр тебе не видать. Ушел. Серьезно, Диман, что я скинул? Да ты ладно, да что ты сделал? Зачем ты меня скинул? Карма. Кто выиграл? Тинеон кабачок. А никто не выиграл, по всей видимости. Я выиграл. Кто-то выиграл, я же видел, нас скинул. Ребята, если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и посмотрим мои ролики еще. Пацаны, готовьтесь. Просрала. Ай. Да, просрала. Что сделал? Подождите. Сейчас будет все хорошо, подождите. Ой, что-то я сильно многовато кинул. Ну хочу эпичный взрыв. Ух ты. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ты сейчас...